депутатских мандатов, с первой бутылки водки в школьной библиотеке, с группы «Нана» и «Кармен» в радиофанатике. Если ты в достатке, не забывай говорить спасибо, а то она придет с поверкой, у нее есть любая ксива. Родиной пахнет в плацкартных вагонах, она в прожиточном минимуме, в генеральских погонах, в супермаркете «Оста», в Государственной Думе, она в песнях Сергея Жукова в сельском клубе. Родина начинала с сигарет поштучно, с батарейной семечек Родины и я неразлучны. Она ставит меня на учет в больнице, она ставит меня на учет в милиции. Снимайте обувь, снимайте верхнюю одежду, хлопайте в ладоши под Бабкину надежду. Родина встречется топами. Стоит и качается. Здесь Родина началась и никогда не кончается. Она говорит: гордись Пушкиным и Федором Достоевским, Сергеем Есениным и Александром Невским. Но не имеет значения, что там было давно. Сейчас не Родина для тебя, сейчас ты для нее. Она оперативно сообщает по рации: ловите этого парня, у него нет регистрации. Ты свободен, не нравится, можешь сделать ноги. И на этом Родина заканчивалась у многих. Выходя на пенсию, сразу заказывай гроб. Старикам здесь не место, это твой гороскоп. Читая «Золотого теленка», я никогда не давился от смеха. Мне всегда хотелось, чтобы Бендер уехал, но в книге все всегда заканчивалось плохо. Ходят люди, а на дворе все та же эпоха. Белая береза стоит молчаливо, по телевизору смех, а в душе тоскливо.